Россия скорбит по погибшим в торговом центре Кемерово. К трехдневному трауру в Кузбассе присоединились Владивосток, Екатеринбург, Рязанская область и Ингушетия. Как только что стало известно, президент России прибыл на место трагедии. Владимир Путин около часа назад возложил цветы к стихийному мемориалу. Пока из 64 жертв опознаны только 25, среди них 13 детей от 4 до 13 лет. Похороны жертв начнутся завтра. В стационарах остаются 15 пострадавших. По делу о пожаре задержаны и допрошены 5 человек, в том числе и технический директор компании собственника здания, арендатор помещения, где произошло возгорание, сотрудники руководителя оператора пожарной сигнализации, а также сотрудник частного охранного предприятия, отключивший, как считает следствие, систему оповещения при пожаре. По одной из версий, возгорание могло начаться в батутной комнате на 4-м этаже комплекса.